сказал Якову: «Встань, пойди в Вифиль, живи там». И устрой там жертвенник Богу, явившемуся мне, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль». Устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною и хранил меня в пути, которым я ходил. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема, и оставил их известными даже до нынешнего дня. И отправились они от Сихема, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Израилевых. И пришел Яков в Луз, что на земле Ханаанской, то есть Вифиль, сами все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник и назвал себе место Эл-Вифиль. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица Исава, брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который назвал Яков дубом плача. И явился Бог Якову в Лузе по возвращению его из Месопотамии, благословил его и сказал ему Бог: «Имя твое Яков, отныне не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль, и дарет ему имя Израиль». И сказал ему Бог: «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих». Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный. И возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Яков имя месту, на котором Бог говорил ему: Вифиль. И отправились из Вифиля, и раскинул он шатер свой за башнею Гадер. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Эфрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони.
Но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль и погребена на дороге в Ефрату, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сегодня. И отправился оттуда Израиль и раскинул шатер свой за башней Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою, наложницу отца своего Иакова. И услышал Израиль и принял то с огорчением. Сынов же у Иакова было 12. Сыновья Ли, первенец Иакова Рувим. По нем Симеон, Леви, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин. Сыновья Валы, служанки Рахилиной, Дан, Нефалим. Сыновья Зелфы, служанки Лииной, Гад и Асир. Си, сыновья Якова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Яков к Исаку, отцу своему, ибо он был еще жив в Мамре, Кариафарбу, то есть Хеврон в земле Хананской, где странствовал Авраам и Исаак, и было дни жизни Исааковой 180 лет. И испустил Исаак дух и умер. Приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков, сыновья его.